Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, небольшая инструкция, как мы входим в холодную воду. Прежде чем входить в холодную воду, нам нужно подготовить тело и сознание. От того, как ты настроишь свой ум, так ты проживешь этот экспириенс, опыт, да? Когда мы входим в холодную воду, да, резко, мы начинаем часто дышать, задыхаться. Большая ошибка. Делаем вдох короткий через нос. И медленный выдох. Как будто через трубочку дуем воду. Медленный. И чем длиннее, тем лучше. Потому что таким образом, когда мы начинаем быстро входить, у нас активируется симпатическая нервная система. То есть система, которая бей или беги, да? Fight or flight. Мы должны драться, как животные, да? Но мы хотим активировать наоборот. Keep it calm. Спокойствие, парасимпатическую нервную систему. Через длинный выдох мы это можем сделать, как по волшебству. Но я еще предлагаю людям, своим ученикам, петь. Что угодно. Но, конечно, лучший вариант – это петь звук аум. Да? Ultimate sound – универсальный звук, который соединяет нас с Творцом, Создателем. Поэтому хотите – keep it calm, try to… Попытайтесь выдыхать, но медленно настолько, насколько это возможно. Поехали. Все, пошла адаптация. Через полминутки, минутку тело начнет адаптироваться, и вам будет совершенно нипочем. И сможете выдержать любую температуру. Ну, конечно, если вы начинающий, вы ни в коем случае не должны делать это... превышать свою планку. Начинаем мы с легких закаливаний в течение 2 недель, желательно в душе, предварительно разогревшись в горячей воде, да, и потом постепенно увеличивать, как я советую своим ученикам, плюс 10 секунд, пока не доведете до 2-3 минут. Для всех целительных факторов 2-3 минуты – это достаточно. Все остальное там дальше уже по собственному опыту. Ну и, конечно, многие люди теряются в своем эго. Конкурсы. Я буду круче. Сейчас я высижу тут. Посмотрите на меня, какая крутая. Я подо льдом плаваю. Там то все, то все. Это не о здоровье. Это о эго. Я против этого. Ну, давайте, с Богом.